Всем привет, друзья, канал Салим. В работе у нас Toyota Camry. Автомобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию салона. Салон мы разобрали, краткий обзор штатной шумоизоляции. Там на полу в салоне несколько кусков фибропласта, небольшие квадраты на дверях. По багажнику смотрим. Также кусок фибропласта на полу в багажнике. На задних концах видите такие квадраты штатной шумоизоляции. Это в автомобиле одни из самых шумных мест. Готовим поверхности, приступаем исправлять. Закончили клеить фибропласт на камере, проклеено с прокатом валиком по багажнику задней арки крылья. Проклеен пол в салоне. По дверям сделали первые два слоя. Первый слой фибропласт. Толщина его 3 мм, второй слой мы нанесли с мембранной шумоизоляцией интегром 6 мм. Смотрим дальше. Начали клеить шумоизоляцию на камере. Проклеено шумоуглотителем пол в багажнике задней арки крылья. Третий слой нанесли в дверях. У нас фибропласт 2 мм. Мембранную шумоизоляцию нанесли на пол в салоне. Блокшот 7 мм. И четвертый заключительный слой, который мы клеим в дверях, мы наносим на дверные обшивки. У нас эксперт, шумоуглотитель толщиной 15 мм. Собираем салон, проверяем, автомобиль готов. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!